Вот, на великий жаль, мы не можем запрошать сюда наших мастаков с их чудовными творами, потому что передача «Освета тут», она осветляет не только музычное мастерство, але так само и мастерство. А на самом речь мы были у гостях и у мастаков-витражистов Татьяна Лохвин, знакомитый мастак белорусский. Она, кстати, у зале. Таня, покажись нам. Камера, покажите Таню. Таня, вставай. Вот. Так что, сябры, коли вам потребны витраж домов на кухню, то, коли ласково, сведайте, до кого звертаться. Так само мы заходили и у Червоный костел, глядели там на Эдуарда Войниловича, заходили на Золотую горку, завитывали мы еще куды. У Петропавловскую церкву завитывали, размовляли там, як житьё. Вот. И так само были в гостях у знакомитого белорусского мастака Михася Мишука. Вот. Я думаю, что вот этих мастаков вы можете найти в интернете, навод, коли пошукаете. А и в худким часе так само, напевно, сподіваюся, что будет шерег выстав, на яких они будут головными героями. Ага, сябры, еще у нас вечер наш не завершается, вот. И, на жаль, как я сказал, что мы не можем показать картины, але мы можем слухать цудовные верши. Справа у тым, что одной чи освета завитала до такой компании, якая называется «Мая Сенс». Эта компания чем занимается? Она проводит доброчинные аукционы, аукционы сустреч, сродки от яких яны передают для хворых детей, ну, потребующим одним словом. И сегодня у нас есть удельник этой компании «Мая Сенс», але не только администратор, але еще и чудовный поэт. И я запрошаю на эту сцену Марилю. Марилю, коли ласка. Всім привітання. Я так само люблю Білорусь, не люблю мікрофон, як сказав Олі Снег. А спочатку, ну, хутка, хоч Андрусі сказав про My Sense, але я ж тут по заданню свого директора так само, тому скажу трошки про проєкт. Ён добрачын, і, звичайно, коли мене питають, де ти працюєш, я так міні-презентацію після візитовки, ну тут по часі, звісно, я обмежувана. Тому просто скажу, що це вельми файний проєкт, який допомагає дітям, і долучайтеся до нас, будьте разом з нами, тому що це вельми добра справа, і я ганаруся, що по розміркуванню я у My Sense. І так само ось так отрималося, що я і пишу вірші. І тому сьогодні прочитаю трошки віршів своїх по-білоруську, тому що я пишу по-білоруську і по-руску. І ось по-руску вийшла книга моя, вельми хочу видати по-білоруську в ближайший час, тому сьогодні буду читати по-білоруську. Ти глядиш на мене скрозь доми, скрозь поверхи, люстерки і дахи, забивай на момент всі жахи і лячу до небесу, де ти. Де губляються сум і тривога, я хочу просто бачить блакит. Твої очі не шепот, а крик, ад якого я чую знемогу. Ти глядиш на мене скрозь маршрути, скрозь припинки, надію, мой льос. Мені часами здається, ти б змог стати шаканом моїм, ратунком. Цілувати мої пальці і слови, слухати гуки місцевих гітар. Я хочу, каб ти мені заіграв щось ці тепле з родної мови. Ти глядиш на мене скрозь душу, скрозь поверхи, люстерки і дахи, забивай на момент всі жахи, і у серці насамреч люблю. Дякую. Мне на самом деле Андрус сказал, что только два верша максимум, але после он подходит и каже, ну, у тебя есть трошки час, тому я загадя подрихтовалась и взяла 4. Ну, я погляжу, ці поспею. Але у меня такие на коротенькие. Давай з раніці їсти тости, печиво смачную пить горбату і в смішних піжамах бути недорослими. Разом услых,
разом услых на память Ахматову. Смеяться, каб пачулі суседзі, слухаць Крэнберы з цябе хрунка, гэта як у кнігах любімага Брэдберы, шчасце простае, чыстае, непрыдумнае. Запыцкаць фарбамі вусны і шокі, каперты, рукой падпісваць на падлозе, быць толькі ў двух дотык, байдотык, марыць, смеяцца, есці, марозіва. Андрюс, дозволяешь. Ну, я трошки только такой уступ зроблю, что сейчас им бывает, сдается, что день, и он сыходит просто так, и ничего такого важного не здарылось, але у поэта за все есть отмазка, что можно написать верш. Вось это про это. По менских улицах удалишь бежать и спостигать простору, быть легкой и безмерно вольной, як на плечах мой шалик. Скрозь ліхтары бяжаць і дахі спыняцца толькі дзеля зор, маўчаць і атрымаць дазвол на смакі вечара і пахі. Пад небам, прыгажэйшым свеце, бяжаць і спасцігаць прастору, быць лёгкай і бязмерна вольнай, адчуць свой шлях да сэрца. Усё. І апошні. Ну, гэта ўсё да гэтага верша. Про солнце, про небо. Наше солнце часом холодное, только одразу не треба. Мои промяне осветляли дороги, каб ты бачил шлях до неба. Но на во что тебе зникать, я покину на память реха. Кожная хвиля тебе обдымать, каб меня отшивал по ветрам. Наше солнце было холодным, только моцно души потребным. Вось и мне осветляют дороги, а ты бачишь небо. Дякую великий. И хотелось бы, конечно, все тут все жадаюць. Каляды — это самое любимое свято мое. И это как бы совместить с проектом все разом, как просто все вы были здоровые, дети, семьи ваши. И у всех супрацовников тут бай. И у всех. Дякую. Дякую, Марыля, за веншаванне.